Всем доброе утро. Понедельник, 8:06. Выходим на линию. По поводу луж, когда кто-то что-то спрашивал, пожалуйста, только комфорт плюс. Лужа у нас уже больше полгода. Во. Проезд соломенной сторожки. Я даже понимаю, где это. И поэтому делаю вот так. Тем более 1.15. Если в бонусах брать, то что-то вроде бонуса. А это больше, чем бонус и с маленьким коэффициентом. Не хочу. Да. И в тарифах у меня, простите, сразу. Только комфорт плюс. Не вожу я комфорт, не хочу. Ну-ка. Вот. Вот это была соломенная сторожка. Ну, а это вообще неинтересный заказ был. Дай кормилец что-нибудь нормальное. Ну, это прикольно, но... Пожалуй, нет. Ну ладно. Бонусом. 60 метров подачи. Ну вот, ну так. Рейтинг 5-0. Ленинский. И надо ленинский и ленинградский читать. Не умею. Совсем дурак. Это нормально. Хорошего всем дня. Поехали зарабатывать. Первый пошел. Бонус пришел. Поехали за вторым. Второй пошел. О, там пришел чай. О, 70 рублев. Приятненько все-таки. Давыдковская. Что с тобой поделаешь? Взял зеленку, но чтобы оставаться не в центр ехать, а в коэффициентах. Так иногда тоже можно. Так, и что мы имеем? С пятого заказа меня заносит уже на Кутузовский. 41. Кутузовский, Кутузовский. 56 рублей бонус. Коротыш до метро. И даже лужу захватил. Но это самое главное. Прекрасные пассажиры заслуживают пятерок. Пассажиры приятные. Да, провощил я так неплохо без заказа. И это не есть хорошо. После сочного обеда я оказался в Барвихе. И это не очень хорошо. О, какой человек хороший. С рейтингом 4.45. Хочет уехать. Ну, кто-нибудь тебя подберет. Ну, так вот выпал на пару часов. И день пошел на смарку. Короче, поработать сегодня не получилось нормально. Вот смотрите. Один из заказов 5.624. На самом деле, вот с 8.10 до 11.11 я сделал 4000 рублей. А здесь вот дела домашние и прочее. А потом вечером что-то заказ один катанул. Не в локации, зелень, думаю, да, ну и не хочу. Сейчас машинку помою на завтра. И с новыми силами буду работать. Всем удачи, всем добра, пока.